Верховный суд Украины отложил рассмотрение ходатайства САП о переносе дела Труханова. Такое решение приняла коллегия судей из-за того, что своевременно не удалось информировать о судебном заседании всех участников процесса. Верховный суд отложил рассмотрение ходатайства специализированной антикоррупционной прокуратуры о переносе дела Труханова и других лиц, подозреваемых в превышении полномочий присвоения бюджетных средств при сделке по покупке завода «Краян». Об этом сообщает РБК «Украина». Цитирую. «Сообщить своевременно участникам не оказалось возможным, поэтому коллегия судей считает необходимым отложить рассмотрение на другую дату. Суд постановил отложить рассмотрение в Верховном суде на 15.00 на 22 октября», сообщил судья. Напомню, прокуроры САП хотели ходатайствовать о переносе рассмотрения дела в Соломенский суд. Они считают, что рассмотрение в суде Одессы может быть неэффективным и неоперативным. Как отмечает издание, пока подсудность данного дела относится к Малиновскому суду Одессы. По словам прокурора по делу Валентина Мусияки, обвинительный акт насчитывает 250 страниц. Напомним, следствием установлено, что Труханов с июля по декабрь 2016 года вместе с должностными лицами мэрии Одессы и частной компанией завладели средствами местного бюджета в сумме 185 миллионов гривен. Коррупционная схема реализована под видом покупки здания завода «Краян» по явно завышенной стоимости. Отметим, что если Верховный суд не удовлетворит ходатайство, первое судебное заседание по делу «Краяна» состоится 26 октября в Малиновском суде Одессы.